В Улан-Баторе сгорел крупнейший в мире кашемировый завод. По сообщениям монгольских СМИ, вчера около 11 часов вечера на телефон экстренных служб столицы Монголии поступило сообщение о пожаре в компании «Гоби». С очагом боролись более 200 пожарных. К счастью, обошлось без человеческих жертв. О причинах возгорания на заводе пока неизвестно, но по предварительным данным пожар мог возникнуть из-за ремонта на крыше. По данному факту проводится проверка. Напомним, компания «Гоби» является крупнейшим производителем кашемира с 1981 года и поставляет свои изделия в более чем 30 стран по всему миру. Этот бренд также хорошо знаком и жителям Бурятии.